Отовсюду приходят волнующие вести о славных трудовых победах. В советскую Украину, крупнейшую в мире плавучую китобойную базу, судостроители Николаевского завода имени Насенко подготовили к спуску на воду раньше срока. Это корабль-гигант. Его водоизмещение 44 тысячи тонн. Длина почти четверть километра. Высота равна 10-этажному дому. Скорость примерно 30 километров в час. Огромный плавучий завод сможет ежедневно обрабатывать десятки китовых туш. В конце лета советская Украина выйдет в свое первое плавание.